Эй, друзья, его подружки, с вами, как всегда, Диего Аркер Профессиональный. А это, значит, у нас Фьордор. Вы посмотрите, что творится здесь. Вы посмотрите, у меня даже подлагивает. Наверняка вы сами ощущаете то, что подлагивает. Релизнулась карта в релизе. Она появилась в бесплатном доступе. Помимо этого, арк бесплатен до 19 июня. Успей скачать, если не скачал. Мама мия, ешь долмио. Что же здесь происходит? Посмотрите, как красота. Вон огромное древо Йгдрасиль. Ёперный театр. Ребят, на самом деле, я сейчас в полном восторге. Вы помните, я обозревал карту Фьордор? Она была не такая атмосферная. Я сейчас вижу, что она просто суперская. Насмотрелись каких-то Диего, Бобби Шоу. Компсигнал, что вам надо? Получай. Будете знать, как нападать на настоящего викинга. Правда, у меня еще борода не отросла у персонажа, но ничего. Итак, друзья, давайте же в быстром режиме осмотрим саму карту и ее окрестности. Это будет у нас ознакомительный ролик с Фьордором. Поехали. Взлетаем и смотрим на карту сверху. Ой-ой-ой, как же красиво. Сама карта выглядит просто замечательно. В принципе, как и неофициальная. То есть нужно разведывать, смотрите, земли, чтобы открывались места. Карта цветастая, карта прекрасная. Довольно-таки понятно все будет по ландшафту, что здесь происходит. Вот мы залетаем на какой-нибудь участок, вот смотрите. К синему обелиску, например, лечу в зимний биом. Полетел к обелиску. И теперь смотрим. Видите, карта открывается. То есть постепенно открываются разнообразные ландшафтные места. Так, а сам обелиск, это получается терминал? Да, это терминал. Да причем еще какой красивый, посмотрите. Что у нас в терминале? Где там терминальчик? Эй, а что я в терминал могу посмотреть? Могу. Вот они. Ёперный театр, посмотрите. Фенрир, босс Фенрир. Я так и знал, что Фенрир это не живка, которую может томить. Фенрир это босс. Давайте от синего обелиска полетим подальше. Так, кругом вода. Как всегда, это остров у нас. Здесь много островов получается вместе. Так, это зимний биом. Это, значит, обычный биом. Здесь уже живка позаспавнилась, посмотрите. Альфа-карнач. Немножко добавим гаммы. Так, это нам, в принципе, не интересно. Мы сейчас изучаем карту поверхностно. Так, получается, там зимний биом, синий обелиск. Здесь обыкновенные леса, такие жесткие леса викингов, фьордурские леса. Я их называю. Здесь что это такое? Ничего, я думал, это пещера какая-то. Воу. Класс. Посмотрите, какая проработка. Посмотрите, какой чудный мост. Офигенно. Я вам говорил уже не раз, ребят, что Фьордор это карта для ПВЕ. И просто это карта для того, чтобы здесь было как можно меньше летной живки. Вы представляете, все вот это вот изучать, находясь пешком. Представляете, не летать над поверхностями всеми этими, а пробегать эти места пешком. Опасаясь разнообразную живку, помимо вот этой вот агрессивной. Ёперный театр. Настоящая жесткая ПВЕ карта. Ребят, это мое некое... Ребят, это мое мнение. Мое сугубо, мое личное мнение. И я не отменяю тот факт, что и ПВП здесь тоже можно. Просто, я вам говорю, предпочтительно здесь играть в ПВЕ. Так, разнообразные места для баз и тому подобное будем рассматривать потом. А сейчас просто осмотр карты поверхностно. Так, снова зимний биом. И снова леса, леса викингов опять-таки. Насыщенные, насыщенные-пренасыщенные. Так, здесь каскад водопадов. Вот водопады идут друг за другом. Идут, 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 пока не приходят в океан. Красиво, пипец. Сейчас мы вдоль берегов прогуляемся, а потом уже пойдем в центр. В принципе, на этом острове мы все разведываем. Нам нужно на другой остров. Так, смотрите, какая огромная скала. Это как в фильме про Король Лев. Авимавеп, авимавеп. Расследуется? Ой-ой-ой-ой. Мы еще даже большую часть острова не изучили. Ну, давайте примерно в центр полетим, посмотрим. Встанем сюда вот. Так. Ну, понемножку карта открывается. Так, с этим островом понятно. Давайте на следующий. Который он там правее был. Он, а тот на маленький. Давайте на него. Тут, в принципе, все понятно. Посередине воды такое мини-островки. Довольно-таки ровные, то есть здесь можно построить большую базу. Ребят, я сейчас не буду рассматривать стороны ПВП, потому что, понятное дело, здесь тягачей подгонят, бронтачей подгонят и растанкуют вашу базу. ПВЕ здесь можно красивую-красивую базищу построить. Так, это получается у нас красный обелиск, ну и как положено, это лавовый биом. Здесь течет лава, здесь действующий вулкан, да? Вот на лава. По-любому какие-нибудь редхольчики здесь да есть, да? Редхолы, крысиные норы.
Обязательно они тут будут. Ну вот, пожалуйста, вот оно место, где тебя убивать не будет. То есть, видите, здесь убивает, вот здесь вот не убивает. Как-то сюда-то начнут залезать, пипец. Ладно, суть не в этом. Что здесь есть? Здесь есть, получается, ущелье Виверн. Насколько я вижу, это огненные виверны. Здесь можно у них воровать яйки. Понятненько. По-любому здесь должно быть еще ущелье магмачей. Лучи, смотрите. В форме тотема викингов. Офигеть, прикольно. Недостаточный уровень для открытия. Вот, блин. Так, снова лава. И вход в какую-то пещеру. Ага. Смотрите, сколько здесь всех. Летучие мыши разнообразные. О, это Десмодус! Нет, это не Десмодус. Или это Десмодус? Это Оник или Десмодусы? А ну-ка, сейчас мы быстренько прочитаем название их, убив. Это Оники. Это все Оники. Видите, я вам говорил, что Оник это чистый Десмодус. То есть они даже друг на друга примерно такие похожи. Хорошо. Так, что у нас тут дальше? А вот это уже Десмодус. Ребят, вот по этим координатам, получается, они обитают, да? В лавовом биоме. Вот он, Десмодус. По приручению я сделаю отдельный ролик. Его нужно пакетами с кровью кормить. На! Так, ладно, выходим из пещеры этой. Ребят, если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Потому что ролики по приручению будут выходить только здесь. Ну ладно, еще в других местах, у других ютуберов, но мы с вами договорились, что вы не забывайте смотреть и мои ролики. Это что такое? Статуя какая-то. Виверна, да, Виверна? Что-то тебя, братанчик, скрючило, а что с тобой? Ну да, скрючило эту Виверну с яйцами. Из этих яиц лук нельзя добыть никакой? Нет, нельзя, это все на все статуи Виверны. Так, понятно, здесь, значит, оники, хреноники, статуя поклонения Виверны. А где магмозавры? Они тоже должны быть где-то здесь. Я думаю, в лавовом биоме они будут, но это понятно, это здесь, значит. Как мне проникнуть-то внутрь? Или через ту же пещеру нужно заходить? Поглубже вход куда-нибудь, да? Но по-любому здесь должны быть магмачи, обязательно. Давайте я вглубь скалы еще раз проскочу по-быстрому. Посмотрим, есть здесь магмозавры или нет. Так. Оники, Десмодусы, кого тут только нет. Магмозавров пока не видать. Лава, это, думаю, жесткая, убивать будет с одного удара, но... Это надо проверять. Смотрите, трупецкий чей-то. Мальчик какого-то, но он слишком здоровый, гигантский. Яиц магмозавров не видно, самих магмозавров тоже не видно. Но что здесь такое? Что здесь примечательного есть? В этой пещере. Чего здесь все скопились-то? Я не вижу, зачем они здесь могли скопиться. Серьезно, не вижу. Но это, ребята, нужно рассматривать будет подробнее. А, вот он, артефакт. Артефакт неуязвимости в этой пещере. Понял, хорошо. Так, магмозавров я пока не нашел, но этим мы займемся. Так, в вулкане что-то есть? Не, в вулкане нет ничего. Так, здесь в лавовом биомчике получается, что есть? Клочок ледяной какой-то? Не, это кислотный, это сера. Это сера, здесь серу можно добывать. Вот она, сера. Понятно. То есть кислотный биом. Помимо серы здесь можно добывать еще всякую хрень. Что это у нас? Камень, кремень, металл. Понятно. Деревья здесь хорошие. Углем дают? Да, угля дают. Интересно, в принципе, интересно. Так, это красный обелиск. Что у нас здесь? Огромный пингвин какой-то. Пингвин, сумчатый лев, медведь. Там какая-то антилопа. Это медведь, сумчатый лев. Все повторяется. Это красный обелиск, я понял. Давайте дальше. Так, магмозавров мы не нашли, но, в принципе, подробно разберемся потом. Погнали дальше. Но огромное дерево Игдрасиль на фоне, это просто красота. Неописуемая красота. Карта викингов охрененная. Я вам сразу сказал, как только мы поиграли с вами в неофициальное. Ух ты, замок какой. Осаждать его можно, ворот тут большие поставил и все. Ну точно ПВЕ карта, ну посмотрите. ПВЕ с элементами ПВП. Такой, например, безлетной живки. Кто там кричит? Внутри стены? Застрявший? Выглядит, кто-то крыльями махал. Ё-моё, аргентавец. Ты как-то попал внутрь стены. А как ты туда попал, брательник? Здесь вход где-то есть? В текстуре аргент. Прикиньте, давайте к нему проникнем в текстуру. Мы у аргента в текстурах. Можно ли здесь как-то законным путем зайти? На самом деле место такие интересное.
Нет, сюда нельзя зайти никаким путем. Или можно все-таки? Аргент, мы, кажется, с тобой в текстурах сидим, мы мешеры. Да, Арчи, это текстуры. Прикинь, как мы сюда залезли-то. Текстуритасы, блин. Аргент, читак. Да, это текстура. Ну, прикольно будет сюда попасть. Пока что входа никого я не вижу, но и не надо. Нехрен лазить по текстурам. Так, с этим примерно все понятно. Кошка там бегает, кошка. Давайте дальше, изучаем дальше территорию. Так, там какой-то огромный пышный лес. Что здесь есть в этом пышном лесу? Это типа секвойя, да? Огромные деревья, которые нельзя рубить, я так подозреваю. Да. Но это как в секвойе в обыкновенной. Так, секвойный лес. Жесткий-прижесткий. А здесь начинаются какие-то интересные деревья. Немножко зимы. Снова полуразрушенная деревня. Ай-яй-яй-яй-яй, как же тут красиво. Зеленый обелиск. Ну, интересный вход, интересный. Так, по крайней мере, мы знаем, где Десмодус приручается, да? Так, а где приручается Андрюсарх и Хавкей, или как его там? Ну, вы поняли. Орел, который лут носит. Ох, ребята, сколько же всего нас ждет с вами интересного. Разбор живочки. Разбор мест. Ай-яй-яй-яй-яй, красота, да и только нас ждет. Это зеленый биом, я подозреваю, что в нем птичка и томится. Только где их найти, этих орлов, непонятно. Да найдем, найдем. Ой-ой-ой, посмотрите, что это такое? Какой-то замок. С здоровой пещерой. Слушайте, замок довольно-таки красивый. ПВЕшный он прям такой. Минас Тирит! Башня людей, башня, защищающая весь людской род от полчищ орков. Это что такое? За вражда крови. Руна. Фьорд рун. Одна из 200 собрана, офигеть. Вот так вот, значит, руны собираются, да, ребята? Они по всей карте разбросаны, похоже на то. Так, мы примерно по этим координатам. Что же здесь находится? Залы, большие залы. И пещера пошла. Так, что же в этой пещере? В этой пещере оники, насколько я вижу. Оники, змеи. И что еще? И жемчуг, куча жемчуга. Ага, в этой пещере можно лутать жемчуг, значит, пещера за замком. Пещера довольно-таки интересная, то есть здесь можно поселиться. Если здесь можно будет строиться, поселиться можно. Так, это вход был? Тут еще дальше путь ведет куда-то. А нет, это на выход. Путь сюда вот ведет нас, да? Нет, это просто выступ. То есть здесь никуда пути нет. Эта пещера, похоже, этим всем и заканчивается. Дальше ходов нету. Понятно. Ну, ребят, она мне нравится. Довольно-таки интересный вход, в принципе. Который можно застроить стенками. И жить тут припеваючи. Довольно-таки узенько, да? В принципе, стягач здесь не пройдет. Во-во-во, какие-то эльфийские леса. Лот Лориен, здесь эльфы живут, да? Смотрите, как здесь красиво. Офигенски. Это металл? Или нет? Нет, это просто камень. Камень-кремень. Игуанодошки здесь разнообразные. Понятно, здесь камень. Еще какая-то пещера. Довольно-таки огромная. Что здесь у нас в этой пещере? Что-то да есть? Она ж не просто так здесь сделана. Или, скорее всего, просто так. Ничего интересного. Просто пещерка, просто гротик. Но Лот Лориен прекрасен. Грифоны. Во-во-во, здесь куча грифонов летают. Вот по этим координатам. Скала грифонов, я понял. Вон они, посмотрите, кишат просто грифошки. Так, снова ледяной биом. В котором у нас что? В котором ничего. В принципе, всякая разная живочка. Вот он, замок из трейлера. Вот он, замок из трейлера, ребят. Это замок из трейлера. Прикольно, однако. Очень прикольно. Так, ледяной биом следует за Лот Лориеном. В принципе, больше ничего. Я так полагаю, где-то здесь должна быть большая пещера, через которую мы попадаем в миры. В другие миры. Для чего ж мы собираем руны? Мы собираем руны для того, чтобы попасть в другие измерения там.
ледяной биом, подземный мир и тому подобное. Вот еще пещера какая-то, видите? А нет, это маленькая просто такая пещерка этих медведей, похоже. Пинозавр здесь водится. Классные дорожки, классные тропинки. Ребят, в принципе, поверхностный осмотр мы закончили. Довольно-таки атмосферно, довольно-таки красиво. Все, ребят, карта вышла. Можете качать, арк сейчас бесплатный, можете играть в удовольствие. Чем хороша эта карта, ребят? Тем, что здесь есть все платные животные. А карта-то бесплатная. Тенегривы, дрейки разнообразные, виверны всякого рода. В общем, здесь есть все. Красавчики, вот в этом разработчики молодцы. Я рад, что они дают обычным игрокам возможность потомить ту живочку, которая в платных DLC-шках. Красавелочки. С вами был, как всегда, Диего, ребят, аркер профессиональный. Поверхность мы карту осмотрели. Мы с вами увидимся на новом видео, где будем разбираться совсем подробнее. Томить живочку, рассматривать всякие интересные места и найдем путь в подземный мир. Но имеется в виду к трем порталам. Увидимся, друзья, на новом видео. Всем пока-пока. Подпишись, чтобы не пропустить новые ролики. Однажды зашел поиграть я в арк. Думал, что игра это просто класс. Ту дошку притомил и построил дом. А в офлайне базу мне снесли и убили до-до. Хату из соломы сломали в момент. Но зачем новичков убивают здесь? Не знаю.